А боли в костях и в суставах, согласно аюрведе, гораздо хуже, чем зубная боль. И люди, которые страдают этими болями, которые мне рассказывают об этом на консультациях, они говорят очень интересную вещь, что зубная боль, она концентрируется в одном месте. А часто бывают, например, артритные боли, да, ревматоидные боли. Все тело болит, как зуб, только в 10 раз сильнее. Боли в костях и суставах намного более сильные боли, чем в зубах. А как вы думаете, почему? Ну-ка. Помогу вам. Что такое боль? Боль – это сигнал, который вам организм посылает, что так дальше жить он не может. Вы, может быть, можете так жить? Водку пить можете. Но печень посылает сигнал: не могу больше, все, увольте. А голова по-прежнему вливает туда. А печень говорит: не могу. Хотя, когда говорят, что алкоголиков болит печень, так говорят люди, которые в школе не учились. А точнее, даже, да, может быть, в школе такого сейчас уже не проходит, а имеют слабое представление об анатомии и физиологии. В печени нет нервов, поэтому печень болеть не может, в принципе. Болят ткани, окружающие печень, когда она увеличивается в размере от беспробудного пьянства. Она увеличивается в размере, начинает давить на ткани окружающие. Вот тогда появляется боль. А саму печень можно резать ножом, вы ничего не почувствуете, там нервов нет. Точно так же, как нет нервов в ногтях и в волосах. Потому что если бы в ногтях и в волосах были бы нервы, то в моде были бы какие прически? Подметали бы за собой. Потому что каждый поход в парикмахерскую, маникюр, педикюр, стрижка волос превращалась бы в пытку. Поэтому в ногтях, в печени и в легких. Говорят, легкие болят. Пошел на пранаяму, легкие болят. Ну просто поразительное невежество. В легких нет нервов. Их можно резать ножом, вы ничего не почувствуете. Потому что если бы в легких были бы нервы, вы бы перестали бы дышать уже через 5 минут. Каждый вдох и выдох превращался бы в пытку. Поэтому в легких нет нервов. А когда болят, это мышцы болят межреберные. Первый раз в жизни заработали. Потому заболели с непривычки. Вот это очень интересная вещь. Волосы, нервы, ногти, легкие, печень, нет там нервов. Совершенно. А? Благодаря этому можно столько выпить. Без последствий. Особенно в преддверии предстоящего Нового года. Больше закусывайте, меньше пейте, мой вам совет.